Нашим спецназовцам подарили местные жители живого барана. Блять, зачем ты его рассказываешь? Подарили живого барана, и стоят пацаны такие вот, ну, квадратные там, все в броне, короче говоря, с пулеметами. Стоят, не знают, никто баранов до этого не колол. Ну так понятно, гранату ему в курдюк сунул, через 2 секунды шашлык по всему полю. Но это же надо как-то культурно там раздел, чтобы желчь там не пролилась, там, чтобы его потом замариновать можно было. Стоят, думают, как его колоть, никто же скотину не колол. Один говорит, а что думаем, вон мечеть, пойдем сейчас мусульманина попросим, любого сейчас нам его заколет за милую душу. И вот представьте себе, наш спецназ в броне заходит в мечеть. Мусульмане есть. Мусульмане есть. Один маленький встает такой, Яня, говорит, пошли с нами. Дает пацану штык-нож, говорит, заколи нам этого барана. А пацан сам их в жизни не колол. Но с перепугу перед этим ОМОНом, представляешь, как начал этим кинжалом махать. Баран в крови. ОМОНовцы в крови. Баран верещит, в жопе с кинжалом бегает по кругу. Вопли бешеные, окровавленные ОМОНовцы заходят в мечеть. Еще мусульмане есть. Еще мусульмане есть. Мулла решил всех спасти. Вот тебе крест последнего отдали.